Пункт проката сменил ватрушки и лыжи на самокаты и детские машинки. По аллеям скачут лошади и пони. В веревочном парке гостят юные скалолазы. Парк «Скидские пруды» открыл летний сезон. Это говорит о том, что парк готов принимать гостей своих с летними площадками. Сегодня у нас открылась площадка «Питанка», поэтому в прошлом году так получилось, что не все, наверное, смогли поиграть, потому что закончили мы ее достаточно поздно. Поэтому открыта эта площадка, приехал к нам в гости мобильный планетарий. Сегодня работает сценическая площадка, работают аттракционы. Поэтому в полном объеме мы запустили уже нашу летнюю программу. Для самых маленьких поставили большой батут. Посетители постарше могли поучаствовать в мастер-классах и посмотреть небольшую концертную программу. 4, 3, 2, 1! Ура! Ура! Вот такой драконище получился у нас! Летние площадки парка посетил глава округа Михаил Токарев. Парк «Скидские пруды» ждет гостей ежедневно. Веревочный парк, пункты проката и спортивные площадки работают без выходных.